Лёва, а что ты маме подарил сегодня на день рождения? Я подарил вот слиточек, такой шоколадный, шоколадный вот слиточек. Медаль. И медаль тоже шоколадная? Да. Ух ты, ты вешаешь на шею? Угу. Здорово. Иди на кухню. Да. Днем рождения, рыбка. Ну, вот, а я уже... Я аккуратно. Так. Все, а то там отряд ждет. Ждет. Ируся, мы идем тебя поздравлять с днем рождения. Прими наши маленькие скромные подарочки. Угу. С днем рождения. Ой. Желаю тебе счастья, всего хорошего, самого лучшего, доброго и светлого в этой жизни. Пусть твои мечты все исполнятся. Желаю тебе исполнения мечт. Соня. Спасибо. Я должен. Милые обнимашки. Милые обнимашки. Ми-ми-ми. И с днём рождения. Вот. Счастья, здоровья, чтоб Лёвчик тебя слушался. Встань, встань. Чтоб ты Лёвчика радовал маму. И тоже, чтоб ты её хорошо поздравлял. Спасибо, Соня. Чтобы хорошо, тоже хорошо поздравлял. Здравствуй, Ира. Привет. Что, сколько тебе там? 15 исполняется? Да. 16! На самом деле, сколько? 29. 29. Ну, в общем, через годик тебе... 30. Какой-то тридцатничек. Но это ничего. Потому что ты как хорошее вино. Все-таки я в интернете прочитал такое сравнение, как хорошее вино. С возрастом только хороши. Вот. Это не ко всем относится, к тебе. Конкретно. Ко всем здесь присутствующим. В общем, Ир, долго думали, что тебе подарить. В результате, вот тебе браслет такой, да, красивый, с бабочками. Он открывается. Да. Далее штука для меня, честно говоря, непонятная. Ошейник. Это чокер. Чокер, на. Это на шее. Знаешь, ничего он? Я видела на некоторых. Да. Носить будешь. И вот такие же две штуки. Под цвет чёрт. Да. Я, правда, не догоняю, на самом деле. Ничего они. Ну, я такое. Для волос. Всё-таки для волос, да? Они под цвет чокера. А что ты, смотри, какой цвет. Ну, да. Ну, волос-то у меня теперь нету. А ты можешь его... Резинки-то мне куда надевать. Он ей большой, блин. Ну, а вот так красиво тоже. Мам, там как браслет. Это на дальнюю. О, я думаю, иначе смотреться будет. Прикольно. Да. Теперь Лёвочек. Да. С днём рождения тебя, Ир. Всего тебе самого-самого прекрасного, денег побольше. И чтобы вообще все хорошо было. Да? Да. Спасибо. Лёва? Папа, сейчас меня заснимет. Да, ну тебя снимает. Катя, вот. Катя, снимай. Вот конфетки шоколадные. Да, ждем конфеты. Да, спасибо. Медаль и слиточек. Слиточек. Это, наверное, кусочек тебя. Надевай, маму, на шею. Кусочек. Вот. Медаль. Шоколадная медаль. Ну вот. Ну, сегодня медаль. У меня все слипнется. Правда, от такого куска шоколада. Лёва, покажи, как он убежал. Все. Церемония окончена. Ага. Ну, остальное сейчас будет мяско. Сейчас будем готовить. Обед. Будешь обеда, ужин. Вон мясо ходит. Надо ее пожарить. Ну, давай. Ну, хорошо. Сашуля, переодевайся. Минут 7. Сейчас 10 минут. Да? 7 отсечашечки. Ну, 7 минут. И что нужно сделать? Нужно будет достать от этого. Хорошо, да. Вафли. Да нет. Мама, ты на зуб? Тебе дать блюдечко? Пап, дай, пожалуйста, мне поверить. Я должен это сделать. Завтра плитку приведу. Я
тебе сказал шампура брать. Я не слышал. Я в это время, наверное, говорил телефон. Сейчас возьму. Сейчас возьму. А, я знаю откуда. У меня трое детей. Так. И взрослых трое. Шесть. А, ну да, логично. Это будет шесть на языке жестов. Сестра. Мы противопоказаны. Ируся, с днем рождения. Спасибо. С днем рождения, да. Ира. Мы любим тебя. И пусть, я вас. Пусть все у нас у всех будет очень хорошо. Все, спасибо. Давайте. Будь счастлив. Снимаешь? Да, вот теперь снимаю. Хотя... Что вам? Нам Сирию надо досмотреть. Сейчас досмотрим. Это ты что ли так лука обгрыз? Да, я. Нет, я отрываю от головки. И ешь? И ем вот пучком. Лучше. Там каждый день он сидит. Что, вот так заходит? Да, да, он к нам в партнер заходит и вот так вот, здрасте. Вот так, он почти напополам складывается. Он такой высокий, весь в пирсингах, весь татуированный. Ну, какой-то, я не знаю. А, ну, понятно, он компенсирует свой недостаток. Наверное, да. Вот. Зай, у тебя там эти ролики идут по 90 минут. А у тебя? Да, у меня. Алло. Здравствуйте. Шампура. Иди из-под навеса забери и завяжи их опять. Там под навесом три шампура чистых. Я помню, но я не смогу.